Здравствуйте! В эфире программа «Диалог». Сегодня разговор в студии будет посвящен государственной статистике. Знакомьтесь с нашим гостем и присоединяйтесь к нам. Начальник главного статистического управления Гомельской области Вячеслав Владимирович Перников. Родился в 1965 году в Гомеле. В 1989 году окончил Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины по специальности «Экономика труда». В 2005 году по специальности «Правоведение». Первое место работы – Гомельское станкостроительное производственное объединение имени Кирова. Далее работал в финансовом управлении Гомельского облсполкома, инспекции по Гомельской области, контрольной палаты Республики Беларусь, Комитете государственного контроля Гомельской области. В 2003 году занял должность заместителя директора Гомельского областного территориального фонда государственного имущества. На нынешней должности с 2012 года. Награжден медалью за трудовые заслуги. Свои вопросы Вячеславу Перникову вы сможете задать, позвонив по номеру телефона в Гомеле 340-043. Сообщение можно отправить в Viber номер плюс 375-29-340-043. Здравствуйте, Вячеслав Владимирович. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Я поздравляю с профессиональным праздником, который отмечался в минувшее воскресенье, вас и коллектив статистиков области. В этом году прекрасный юбилей у службы. 100 лет. Действительно, и пользуясь случаем, тоже хотел бы поздравить своих коллег, статистиков Главного статистического управления Гомельской области, а также ветеранов статистики, пожелать им дальнейших творческих успехов, здоровья и всего-всего самого наилучшего. Вячеслав Владимирович, а за какой период жизни нашего региона в Главном управлении хранятся данные? Как известно, основной задачей статистики является распространение и предоставление официальной статистической информации. Поэтому статистические данные публикуются и публиковались всегда. И потом понятно, что в установленном порядке они сдавались в архив. Но вот, готовясь к передаче, я специально нашел у нас в управлении такие сборники, как «Гомельская область» и «Белорусская ССР в цифрах». Кстати, выпуск производили на полиспечати здесь у нас на Гомельщине, в городе Гомеле. Вот, например, «Белорусская ССР в цифрах». Был опубликован этот статсборник к десятилетию существования Белорусской Советской Социалистической Республики. Дата издания – 29-й год. И согласно сведениям, которые имеются в этом сборнике, значит, в состав Гомельского округа входило 11 районов. И уже три из них ныне несуществующих, то есть во всяком случае названия этих районов. Комаринский, Тереховский, Уваровичский. Областной центр, понятно, был город Гомель. И численность населения по итогам переписи 1926 года составляла 86 400 человек. И что вот тоже интересно, и, наверное, стоит это отметить, в этом сборнике отдельно в состав административного деления Белорусской ССР отдельно входил Мозырский округ, который включал в себя 10 районов, в том числе ныне с нынешним названием Жидковичский, Калинковичский, Лельчицкий, Норовлянский и Петриковский. Если брать сборник «Гомельская область» 1940 года выпуска, то можно отметить, что основными отраслями статистики, впрочем, как и сейчас, являлись промышленность, сельское хозяйство, транспорт, торговля. Ну, таких понятий ныне, как пищевкусовая промышленность, например, либо промысловая кооперация, отрасли народного хозяйства сейчас не существует. Но в этом сборнике они представлены. Жизнь совсем другая была, да? И совсем другие вопросы и заботы. Что-то удивило вас вот из этих сборников, то, чего раньше вы не знали? Вы знаете, очень удивило. И такие
собирались статистические сведения, статистические данные о том, например, сколько выпускалось на Гомельщине республиканских, областных, районных газет. Вот, например, в 1939 году в области издавалось 17 республиканских, областных, районных газет. Значит, а также еще выпускались 16 газет низового уровня, то есть это уровень предприятий был. Например, газета «Гомельская правда», она издавалась на белорусском языке с тиражом 20 тысяч экземпляров 300 раз в год. Например, завод имени Кирова издавал газету «Червоная вагранка», жирокомбинат – газету «Застахановский рух», паровозо-вагоноремонтный завод – тягник социализма. И, конечно, это уникальные статистические издания. Ну, на сегодняшний день они больше представляют, пожалуй, исторический интерес. Да, дают нам возможность судить о том, какой была жизнь. А переписи люди проводили очень долгий период своей истории, да, не то что 100 лет назад, конечно, и 1000, и 2000 лет назад проводили. А мы сегодня с вами будем обсуждать результаты пока что последние, 2019 года, но чуть позже. А у статистики есть данные о сотрудниках Главного управления статистики? Конечно, так же, как, наверное, у любой организации. Вот, что могу сказать? В нашем управлении работают как молодежь до 31 года, например, это 17 работников, так и люди уже с большим жизненным и профессиональным опытом. Например, 30 и более лет. Вот 15 работников в нашем управлении занимаются профессиональной деятельностью статистика такой период. Если даже хотел бы назвать, Славникова Ирина Леонидовна, 39 лет статистики. Поддубная Людмила Семеновна, 34 года. Селицкая Елена Ивановна, 34 года. Комаревцева Ирина Витальевна, 33 года. В целом средний возраст работников статистики 44 года. В то же время, наверное, тоже, как опять же статистика, удельный вес женщин в управлении среди всего персонала составляет 94%, чуть более даже. Все работники, которые занимаются статистикой, имеют экономическое образование, и в том числе, вернее, высшее образование, в том числе экономическое, более 96%. Нужно очень любить цифры. Да, нужно чтобы очень. Чтобы так ими всерьез заниматься, Вячеслав Владимирович, а что повлияло на ваш выбор профессии? Ну, как известно, если простым языком сказать, то статистика – это сплав экономических наук с математикой. И имея первичные статистические данные, можно рассчитать цифровые показатели, оценить их, проанализировать и, соответственно, увидеть тенденцию роста либо спада и в итоге, в конечном итоге, принять правильное управленческое решение. Вот, наверное, поэтому для меня и моих коллег, замечательных профессионалов, вот эта работа очень интересна. И поэтому мы, в общем-то, и занимаемся ею. А приходилось слышать общественное мнение, что ну, цифры – это скучно? Цифры, показатели? Да, конечно. И задавались такие вопросы. Все-таки это цифры, это мир цифр, можно сказать. И что требуется для того, чтобы человек, скажем так, полюбил это? Ну, хочу сказать, в первую очередь, и усидчивость должна быть, потому что и любовь к математике, потому что усидчивость, она предполагает то, что человек внимательно будет относиться ко всем данным, которые он получает, будет скрупулезно с ними работать. И с учетом того, что в нашем государстве во главе угла стоит человек и его благо, и чтобы удовлетворить эти блага, конечно, нужно в первую очередь понимать, сколько нас, какие мы, каковы наши потребности. И
данные, вообще все статистические данные необходимы для решения любой государственной задачи. И, например, при составлении социальных программ, при составлении планов на строительство объектов, либо жилья, либо промышленных объектов. Вот. Кроме того, для того, чтобы строить больницы, школы, ну, я думаю, это очень немаловажно. И, наверное, для нас цифры – это как для музыканта ноты. Пожалуй, так я могу определить и ответить на вопрос, насколько это сухо, цифры. Спасибо большое. Вот о том, какие мы, сколько нас и что нас характеризует, мы поговорим с вами чуть позже. А сейчас предлагаю посмотреть сюжет. Наши корреспонденты побывали в Главном управлении статистики и познакомились с его сотрудниками. Рабочий день Галины Орловой уже много лет начинается здесь, в Главном статуправлении Гомельской области. Говорит, что если сложить годы, которые здесь проработала она, а до этого и ее мама, перевалит за половину столетия. Впервые, просто на добровольных началах, Галина попробовала себя в этой сфере еще в 1989 году, во время переписной кампании. Потом через 10 лет, когда была следующая перепись. И осталась. Поняла, что сбор данных, аналитика и превращение всего этого в ясные и понятные цифры – это ее. Тем более, теперь эта работа перестала быть настолько трудоемкой, как раньше. Несколько десятилетий назад не было ни компьютеров на всех, ни калькуляторов. Даже на счетах работали. А чтобы отправить данные, специалисты стояли в очереди. Сейчас в это сложно поверить. Мы разговаривали с мамой, она мне неоднократно рассказывала о своей истории, о своей работе. И, скажем так, то, что было у них, коренным образом отличается. Потому что это был кропотливый ручной труд. Она мне рассказала, как она первый день работала. Это необыкновенно. Она уехала утром с работы. Это была та же наша срочная отчетность по статистике промышленности 12П, которая собиралась. Они работали вручную. Они собирали простыни. Мы вызванивали организации, давали цифры. Они их писали. Потом они их считали. Они отчитывались даже ночью, то есть ждали их цифр. Настолько они были нужны, необходимы. Это был очень кропотливый труд, ручной. На счетах, даже на счетах было в свое время. Сейчас, конечно, труд намного стал легче, потому что мы работаем в единой системе государственной статистики. Сейчас организации отчитываются самостоятельно. Мы имеем отчеты уже готовые, прошедшие определенные стадии контроля, то есть они достаточно чистые. Все, что можно, стараются упростить и адаптировать как для самих работников, так и для тех, кто пользуется статистической информацией. Все мы помним, что во время переписи в прошлом году у переписчиков уже были не листы, а планшеты. А еще любой желающий мог пройти эту процедуру самостоятельно через интернет. Кстати, уже в сентябре станут известны окончательные итоги переписи, кроме данных по сельхозопроснику. Благодаря современным информационным технологиям нам при проведении переписи населения в 2019 году удалось существенно сократить количество переписного персонала. Так, по сравнению с 2009 годом было привлечено практически в 4 раза меньше переписчиков. Всего у нас по области это было 1840 человек. Впервые при проведении переписи в 2019 году была предоставлена возможность переписаться посредством сети интернет. То есть людям была предоставлена возможность пройти перепись самостоятельно. Благодаря развитию цифровых технологий Беларусь может участвовать в различных международных статистических сопоставлениях, например, по обследованию домашних хозяйств. Результаты показывают, как живут женщины и дети в стране. Сегодня статистика идет по новым направлениям обследования. Большое внимание уделяется вопросам изучения туризма. Новое обследование. Нам в обследование вливаются индивидуальные предприниматели. Мы проводим обследование на границах, изучая, в какие страны посетили, что привезли наши жители нашей области, что вывезли из нашей области. Хочется отметить также очень весомое направление, это новое направление, то, что сегодня идет развитие расчетов валового регионального продукта. Это новый показатель для статистики, для страны, это прогнозный показатель.
Вся информация для респондентов есть на сайте Белстата и областного управления. Также в этом году сведения по некоторым направлениям начали предоставлять в виде буклетов. Их также можно найти на сайте ведомства. Пока они есть по трем отраслям. Это статистика по промышленности, транспорту и малому предпринимательству. Есть и вот такой сборник «Изучаем Беларусь». В нем в понятных диаграммах с картинками и ясными формулировками все, что может пригодиться школьникам как для общего развития, так и для углубления своих знаний по разным предметам. Вы смотрите «Диалог». Начальник главного статистического управления Гомельской области Вячеслав Перников сегодня у нас в гостях. Вячеслав Владимирович, давайте остановимся на данных, пока что первых, которые были опубликованы в переписи 2019 года. Сколько нас, белорусов, в стране? В феврале месяце текущего года были опубликованы первые данные о численности населения нашей страны. И численность населения составила 9 413 400 человек. Ну, это так. Вот. И, к сожалению, численность населения сократилась по сравнению с переписью 2009 года на 90 400 человек. В общем-то, тенденция такая не совсем хорошая, но такая тенденция существует не только в нашей стране. Вот, население, особенно более развитых стран, стремительно стареет, то есть рождаемость снижается. Поэтому, к сожалению, вот такие результаты. В целом, окончательные данные половозрастной структуре, о образовательном уровне населения, об источниках средств, в общем-то, будут представлены уже осенью этого года, если в целом по республике. Давайте тогда подробнее о показателях нашего региона, а у нас, в Гомельской области, сколько сегодня проживает граждан? С учетом предварительных итоговых данных переписи населения, численность области на начало 2020 года составила 1 386 600 человек. Вообще по численности населения на январь 2020 Гомельская область находится на третьем месте после города Минска и Минской области. К сожалению, вот то число, которое я назвал, оно ниже, на меньше, вернее, на 21 400 человек, чем было на начало 2019 года по текущему учету. То есть было на 1 января 2019 года 1 409 900 человек. Ну, хочу сразу предварить вопросы возможные. В большей степени численность населения наша уменьшилась за счет внутриобластной миграции. В основном люди выезжают в Минск, ну, в принципе, те же студенты по месту, так же, как и любой другой человек, он проходил перепись по месту нахождения фактического. Вот, не по месту его регистрации в Гомельской области. Ну, точно так, как, например, у нас из, допустим, Тещерского района обучается в университете, к примеру, парень или девушка после школы, вот, соответственно, они будут учитывались в численности Гомеля, то есть по месту нахождения. А сколько в Гомеле сейчас проживает людей? В Гомеле 510 500 человек на сегодняшний день проживает. Это тоже, с учетом, мне кажется, переписи. Меньше, да? Да, это тоже уменьшение. Вот. Ну, повторюсь, основная причина – это, в общем-то, миграция. Ну, миграция не только для обучения. В общем-то, люди выезжают и на место жительства постоянное. А многие, как известно, студенты, которые поступают в вузы города Минска, ну, частенько стараются остаться где-то в Минске, в Минской области. А как сейчас соотносятся городское и сельское население? Ну, понятно, что в составе численности всего населения городское население преобладает. И до 1977 года, до 1977 года, сельское население было
численность была гораздо выше городского. В последующие годы наблюдается устойчивая тенденция снижения количества сельского населения. И на сегодня это 76,7% общей численности. Это городское население составляет, соответственно, 23,3% составляет сельское. Если в абсолютных цифрах, то это 1,60, почти 1,63 миллиона, это составляет городское население. Ну, а 323,700 составляет сельское. И если вот рассматривать районы, то самый крупный район с численностью населения у нас, по численности населения, это Мозырский. Он почти 128 тысяч человек. А самый малонаселенный – это Наравлянский, численность населения которого составляет 10,7 тысяч человек. Да, тут очень повлияли события 86-го года, в первую очередь, вот на жизнь этих районов. Да. Хотя ситуация порой парадоксальная тем, что там самое молодое население сейчас. Там самые хорошие темпы по рождаемости. Потому что молодые специалисты приезжают, получают жилье и живут. И социальное обеспечение. Поэтому одновременно тенденции несколько. Давайте остановимся на демографической структуре населения нашей области. Сколько у нас детей, молодежи, трудоспособных граждан и пенсионеров? Ну, численность детей за 2019 год, это возраст от 0 до 14 лет, составляет 245,2 тысячи человек. Из них чуть более 51, это 51,5% составляют мальчики, ну, соответственно, 48,5 девочки. К категории молодежи относятся лица в возрасте от 14 до 31 года. И у нас в области среднегодовая численность молодежи за 2019 год составила почти 260 тысяч человек, 259,4 тысячи. Это практически каждый пятый житель области. Но пока это еще данные именно по текущему учету, без учета данных переписи, которые, в общем-то, будут чуть-чуть позднее. В городской местности при этом молодежи проживало 223,2 тысячи человек, что составляет почти 86%. Вот. Ну, а 36,2 тысячи молодежи, человек, молодых людей проживало в сельской местности. Ну, если еще, наверное, интересные цифры будут количество граждан в трудоспособном возрасте, значит, эта цифра составляет 803,7 тысячи человек. Старше трудоспособного возраста 344 тысячи человек, но это 24,5% численности нашего населения нашей области. На самом деле довольно серьезное, да, соотношение. Да. Если говорить о рождаемости и смертности, то здесь как изменились показатели? К сожалению, в Гомельской области, как и во всей стране, и, повторюсь, в общем-то, во многих развитых странах мира идет тенденция к снижению рождаемости. Вот. И одним из важных факторов, в целом влияющих на численность населения, является его уровень смертности. Вот в 2019 году умерло 19 тысяч человек, что на 2,7 тысячи человек, либо 12,5% меньше, чем в 2010 году. Но в то же время, по сравнению с 2018 годом, смертность увеличилась на почти 480 человек, или на 2,5%. Уровень смертности, состояние здоровья и образ жизни населения влияют на ожидаемую продолжительность жизни при рождении, которая в 2019 году составила 73,8 года, в том числе у мужчин 68,4 года, у женщин 78,9 года. Показатель этот растет, что не может не радовать, потому что продолжительность жизни увеличивается. Да, а при этом вот этот десятилетний разрыв, да, да, у мужчин и у женщин сохраняется. 10%, да. Вот по сравнению с 2010 годом показатель, этот показатель продолжительной жизни, он вырос на 4,7
2,1 года. И при этом у мужчин немножко больше, чем у женщин, на 4,6 года. Вот. Ну, среди городских жителей именно этот показатель характеризуется более высоким уровнем. То есть, если у городских мужчин продолжительность жизни составила 69,3 года, то у сельских мужчин 65,1 года. То есть, видите, разница практически 4 года. У женщин, соответственно, городских 79,7 средняя продолжительность, а у женщин сельских, проживающих в сельской местности, 75,9. Тоже большой разрыв. Да. Ну, хорошо, что здесь тенденция положительная по обоим полам. А вот что касается, кстати, нашего сравнения с другими областями, есть такие данные? Ну, конечно, где есть. Где живут в Беларуси долгожители? Ну, по долгожителям... Или примерно все одинаковые? Да. Ну, в принципе, по возрасту, конечно, есть эта информация. Ну, к сожалению, с собой ее не брал, вот, чтобы ее озвучить. Но вполне ее можно посмотреть вот на сайте Национального статкомитета и на нашей странице в сети интернет Главного статуправления. Сколько в среднем ежедневно появляется на свет новых жителей Гомельской области? Такую, конечно, статистику мы не ведем ежедневную, но если взять цифру, которая характеризует количество родившихся детей в области в 2019 году, это 13,7 тысяч детей, и разделить на количество дней, то это получится 38 детей в день в среднем рождается. Вот. При этом мальчиков родилось 7,1 тысяч человек, девочек 6,6 тысяч человек. И тоже, что, наверное, интересно будет, что более половины детей, почти 60%, были рождены женщинами в возрасте 25-34 лет. И вот в последние 15 лет складывается такая тенденция, устойчивая тенденция, к увеличению среднего возраста матери при рождении первого ребенка, а также и второго ребенка, то есть не только первого. И сейчас, в 2019 году, вернее, средний возраст матери составил 29,2 года при рождении первого ребенка 26,2, а последующих детей 31 год. Да, я думаю, что в этом сборнике, который у вас на столе, 29-го года, там совсем все было иначе. Да, но я думаю, там и продолжительность жизни была, да, гораздо ниже. Вот я бы хотел еще отметить, вот если мы говорим сейчас о рождаемости, что Гомельская область устойчиво находится на втором месте после Брестской по количеству родившихся детей. И уровень рождаемости в нашей области превышает среднереспубликанский на 0,2-0,4%. А если по районам разбивку сделать, то у нас кто лидер? Ну, конечно, понятно, что Гомель в этом плане, с учетом численности населения, да, лидер, как и должен, в общем-то, быть. Вот за 19 год родилось в Гомеле 4369 детей. Второе место Мозырский район занимает с количеством родившихся детей 1329. И третье место Жлобинский 1215. Ну, а потом уже Речицкий там 902 и Светлогорский 789. Крупные 992, районы. Извиняюсь, 992. Да. Главное в структуре общества – это по-прежнему семья. Да. Сколько браков заключается у нас в год? В прошлом году в Гомельской области было заключено 9,1 тысяч браков. И по сравнению с 2010 годом, что вот грустно об этом говорить, конечно, количество браков уменьшилось на 2,3 тысячи. Из числа, при этом из числа вступивших в брак в 2019 году, 69,5% составляют мужчины и 66% женщин, у которых это первый брак. С 2010 года в области наблюдается устойчивое увеличение среднего возраста вступивших в брак как женщин, как невесты и, соответственно, жениха. Вот, средний возраст при этом невесты составлял 25,9
лет, а жениха 28,2 года. А в 2010 году это было 24,4 невеста и 26,6 года, соответственно. А много ли браков распадается у нас? Да, это тоже такая, в общем-то, тема и тенденция не очень радующая. Действительно, было зарегистрировано в прошлом году 5,2 тысячи разводов. Как бы вроде по сравнению с 2010 годом это меньше, было на 419, вот. Но в то же время по сравнению с 2018 на 309 больше. И на тысячу образовавшихся в 2019 году брачных пар приходилось 567 распавшихся. Кроме того, вот более трети разводов приходится на молодые супружеские пары, которые прожили в браке до 5 лет. Можно говорить о том, что каждый второй, ну, вот если по этим цифрам? Практически, да. Если брать в целом, то каждый просто второй. Просто в разном, да, возрасте. В разном возрасте, да. Сколько дольше, да, продержится. А какой-то критический период есть, вот, согласно которому по статистике вот именно тогда больше всего браков распадается? Ну, не готов сказать. Возможно, где-то ведется так статистика, но вот обращает внимание через 5, ну, в общем-то, так. Какие показатели сегодня характеризуют качество, уровень жизни среднестатистической семьи жителей Гомельского региона? Ну, это не только Гомельского региона. Они одинаковые по всем. Да, они одинаковые по стране. Вот. Но основной показатель, который характеризует уровень жизни, это является, конечно, денежные доходы населения. В денежные доходы населения, формирование, вернее, денежных доходов населения, основные источники – это заработная плата у нас и трансферты населению. И удельный вес в целом в денежных доходах населения вот этих двух категорий составляет в 2019 году 90%. Поэтому, конечно, рост денежных доходов в первую очередь у нас в области зависит от увеличения, да и в стране в целом, от увеличения, соответственно, заработных плат и пенсий. Вот. Также тут, наверное, необходимо отметить, что увеличение денежных доходов влияет и на увеличение денежных расходов. То есть денежные доходы определяют количество денег, которые человек тратит на услуги, на товары. И если смотреть по 2019 году, то денежные расходы в расчете на домашнее хозяйство составили 1181 рубль. В то же время в 2018 году эта была сумма составляла 1012 рублей. То есть, ну, в общем-то, достаточно серьезная прибавка, практически 10%. В целом в структуре денежных расходов 77,4% занимали потребительские, 8% – это вклады в сбережения и накопления, вот, 3,7% – налоги, взносы, другие платежи, 3,3% – это расходы на строительство, покупку недвижимости, 1,2% – это на личное подсобное хозяйство. При этом расходы, если их рассмотреть на, в структуру их, то мы видим за 2019 год такие цифры. На питание 37,1% тратил человек, на непродовольственные товары 35,1%, на оплату услуг 24,8%. Ну, например, если алкоголь выделить и спиртные напитки, то табачные, вернее, изделия, то это 3% составляли расходы. Это много? Ну, пожалуй, нет. Немного. Что касается средней зарплаты, понятно, что она очень разная по отраслям, но именно так вы и ведете учет, да, да, конечно, по отраслям. Конечно. Поделитесь, да, пожалуйста, последними данными. В целом по области средняя заработная плата работников в июне текущего года, в июне текущего, составляла 1108,5 рублей, что на 38 рублей выше, чем в мае текущего года. В целом номинальная начисленная заработная плата за период, то есть с января по июнь, составила 1042 рубля. Самый высокий, наиболее высокий уровень средней заработной платы
сложился в сфере информации и связи, это 2331 рубль финансовой и страховой деятельности, 1361 рубль профессиональной научно-технической деятельности, тоже 1341 рубль. В промышленности средняя заработная плата в июне составила 1245, в строительстве 1294, в сельском, лесном и рыбном хозяйстве 851 рубль. В образовании уровень заработной платы составил 876 рублей, в здравоохранении и социальных услугах 1130. Если так кратенько по регионам посмотреть, наиболее высокая заработная плата выше среднеобластного уровня сложилась в Речицком районе на 16%, это 1288 рублей, в Мозырском на 12%. Это 1246. То, что там находится, да, нефть, Светлогорском, вы правильно говорите, да. Практически вы аналитик, а то вот я называю цифры, вы уже анализируете. Да, я думаю, что вы ведь тоже анализируете. Конечно. Вячеслав Владимирович, а как показатели Гомельской области, имеют ли они какие-то отличительные черты вот, в сравнении с другими регионами страны? Постараюсь меньше, наверное, цифр давать. Я в целом, скажем так, пользуясь спортивной терминологией, наверное, какие-то места обозначу. Показатель. Та же численность населения. Повторюсь, на третьем месте мы находимся. По уровню рождаемости на втором месте. Если перейти на статистику финансов, то удельный вес убыточных организаций за первое полугодие этого года в Гомельской области составил чуть более 13%, что является самым низким показателем. То есть у нас менее... Самым благоприятным, да? Да, самым, да, благополучным. Вот мы, кстати, безработицу еще с вами не рассмотрели. Вот здесь что происходит в этом году? Год сложный. Ну, я хочу сказать, по зарегистрированной безработице у нас сложился уровень 0,2%. Это на конец июня 2020 года. Если брать динамику и смотреть аналогичный показатель за аналогичный период прошлого года, то он снизился на 0,1%. То есть в прошлом году было 0,3%. Если посмотреть наиболее более высокий вот этого среднеобластного уровня, то он сложился в нескольких районах у нас, составил он 0,4%. Это Брагинский, Лоевский, Хойнинский, Черский районы. Да, но это уровень зарегистрированной безработицы, повторим, да. Потому что есть еще определенная доля и скрытой. Да, конечно. Скрытой безработицы. Итак, у Гомельской области, в общем-то, хорошие показатели, да, мы как-то привыкли, да, лидировать или, ну, по крайней мере, второе-третье место. Ну, например, по розничному товарообороту мы занимаем тоже высокое место. Значит, если в абсолютных цифрах 2,9 миллиарда рублей составил товарооборот в первом полугодии, или 101,5%, и мы занимаем также третье место, уступая Минской и Гомельской. А вот, например, по товарообороту общественного питания мы занимаем второе место, уступая только Минской области. Если брать по промышленному комплексу, то следует сказать, что мы 40% в общем объеме промышленности республики занимаем. Спасибо, Вячеслав Владимирович. У нас есть только один вопрос, на который я хотела бы обратить особое внимание, потому что в целом мы все темы, которые у нас есть на Вайбере, прошли. Как работника статистики, который обследует семьи, отличить от мошенника? Что самое главное, что спрашивать, когда приходят люди и говорят, я провожу обследование? Конечно, в первую очередь необходимо попросить удостоверение у каждого работника, который занимается обследованиями, в обязательном порядке. Есть удостоверение. Вот. Можно еще продублировать, позвонить нам в управление, и мы скажем, есть такой человек. И убедиться, если такой сотрудник. Да, действительно. Спасибо большое за сегодняшний диалог. Начальник главного статистического управления Гомельской области Вячеслав Перников был сегодня у нас в гостях. Спасибо вам за внимание. До встречи.